Добрый день, дорогие партнеры Atomi! Мы с вами находимся в солнечном городе Шымкенте. Шымкент – самый большой город в Казахстане по занимаемой территории. Шымкент – третий город после Алматы и Нур-Султана по количеству населения. Также ЮНЕСКО официально признали, что городу более 2000 лет. Поэтому неспроста, что именно в этом городе мы проводим первый офлайн-семинар Atomi Казахстан. Южный Казахстан – родина талантливых людей. Именно здесь родились такие личности, как Хожа Ахмет Ясауи, Шамшик Алдаяков, Бекзат Саттарханов, Кайрат Нуртас и многие другие личности. Здесь также активно развивается компания Atomi. На данный момент в регионе функционирует 8 образовательных центров, 6 из которых находятся в городе Шымкент. Друзья, мы находимся у Шымкентского театра имени Жумата Шанина. Именно здесь пройдет первый офлайн-семинар Atomi Казахстан. Давайте посмотрим, как проходит подготовка к этому мероприятию. Химахим, наш бестселлер Химахим. А какой-то продукт ждете у нас на сайте? Да, я жду много продуктов жду с корейского сайта. Какой-то Расторовша, один? Королевский Сапора, Биотин. Перечисляйте, послушаем. Что это еще? Еще там колготки все, которые всякие. Сколько вы уже в Atomi? Три года. Уже. А, да, я тоже увидела, да, у вас птичка. Наверное, я ее и отправляла вам. Да? Спасибо. Какой у вас любимый продукт? Почти все. Невозможно выбрать. Тяжело. Да, очень тяжело. Может быть, что-то хотите передать кому-нибудь привет или пожелать что-нибудь? Я, конечно, желаю всем атомианцам, чтобы каждый дошел до своей цели, поставленной, удачи. И как заботимся о душе. Всем привет! Большое спасибо! Олай болса, амал жоқтан, біз сіздермен азғана уақытқа қоштасамыз. Встретимся с вами на следующем нашем мероприятии. До скорых встреч! Спасибо, Atomi! До скорых встреч!